Сборная Дагестана под руководством Анатолия Ярцева заняла первое командное место на втором этапе СКФО 11-летней спартакиады учащихся России по бадминтону. Соревнования прошли в спорткомплексе Дагестанского государственного аграрного университета. В ее активе 15 наград различного достоинства, в их числе 5 золотых медалей, 5 серебряных и 5 бронзовых. Среди чемпионов Тимур Ахмедов, Патимат Мамаева и 3 награды высшей пробы в копилку команды республики принесла Тамила Макатова. Победы она одержала во всех категориях – в одиночной, в парной и в смешанной парной.